направляюсь на Константиновскую батарею. Насчет маршрутки я не знаю, ходят они туда, не ходят. В общем, такси сейчас возьму. Такси стоит 200 рублей до Константиновской батареи. Ну что, поедем? Сюда можно доехать с центра Севастополя на пароме. И потом, если вы хотите взять такси, сейчас, минутку, если вы хотите взять такси, 200 рублей цена, и доехать до Константиновской батареи. Говорят, это ворота в сам Севастополь. Смотрите. Угу. Угу. А экскурсия сколько по времени? Минут 40-45. Я понял, спасибо. Совершенно нет. Начну с главного. Наша экскурсия продлится минут 45. После окончания вы сможете вернуться и спокойно рассмотреть все, что вас заинтересует. Итак, мы с вами находимся на Константиновской береговой казематированной батарее. Ей 181 год. Введена в строй в 1840 году. Всегда с конца 18 века на этом месте укрепления строились, совершенствовались, то есть этот процесс не прекращался никогда. А впервые на месте, здравствуйте, Константиновской батареи, впервые вот на северной косе, на месте Константиновской батареи, укрепление было построено за 5 лет до присоединения Крыма к России и основания Севастополя. 1778 год. Турция уже не имеет права владеть Крымом, она отказалась от него по Кучук-Канаджирскому мирному договору за 4 года до этого, в 1774. Но здесь находились турецкие корабли в бухтах, как минимум 10. Екатерина II приказала Суворову заставить турецких моряков покинуть Ахтиарские бухты, ныне Севастопольские, не вступая в перестрелку. По приказу Александра Васильевича русские в ночь на 15 июня 1778 года вот здесь и на противоположном южном берегу Северной бухты, она у нас, как понимаете, за окном, построили две дерево-земляные батареи. Турецкие моряки утром с кораблей увидели, они в ловушке под перекрестным огнем русских батарей и покинули гавань. Еще 2 недели баражировали вдоль берега в надежде высадить находившийся на кораблях десант. Турки обращались к Суворову. У нас пресная вода кончилась. Позвольте пополнить запасы на берегу. У нас раненые. Позвольте списать на берег. Александр Васильевич не позволил, и турки отсюда ушли. Это макет укрепления, которое было построено тоже по приказу Суворова, но через 6 лет после первых. 1794 год. Это каменно-земляная батарея. Значит, для тех, кто подошел к нам, повторяю главное. После окончания экскурсии сможете вернуться и все рассмотреть внимательно. А как строилась именно эта Константиновская батарея, узнаем в следующем каземате. Начать работу над проектом Севастопольских береговых батарей. 5 лет длилась работа. Николай Павлович сам участвовал в проектировании, вносил поправки, он был по образованию военным инженером. И в 1836 приступили к строительству Константиновской батареи. Строили из местного материала, это известняк, Киренбальский камень. В Севастополе на корабельной стороне в Киренбалке был карьер, вырезали блоки и баржи доставляли сюда, на место строительства. Батарею строили 4 года, и в 1840-м она вступила в строй. В это время командующим Черноморским флотом был Лазарев Михаил Петрович. Он уже прославился в 1820 году с Федотом Мелинсгаузеном, который командовал бригом «Восток». Лазарев командовал мирным. Открыли 6-й континент, Антарктиду, 201 год назад. А через 14 лет после этого Михаил Петрович стал главным командиром Черноморского флота и портов. Так сейчас называется должность командующего.
18 лет он пробыл в этой должности, очень светлую, добрую память Лазарев поставил о себе. При нем Черноморский флот стал одним из лучших флотов мира, ну, в первую очередь, Европы. Построили верфи, построили адмиралтейство, и при Лазаре построили сухие доки, так сказать, верх инженерного военного искусства того времени. Эти доки, как и все остальное, уничтожили англичане, когда уходили отсюда после Крымской войны, после Первой армии. Первым испытанием для Севастополя и его укрепления, конечно, стала Крымская война. В начале октября 1853 года Оттоманская империя и Турция, подталкиваемая Англией и Францией, объявила войну России. Военные действия в Восточной кампании, как называли поначалу эту войну, в Европе велись на Дунае, Кавказе, Белом, Балтийском морях, на Камчатке, в Мурманске, на Балканах. Решающие сражения развернулись в Крыму, отсюда и название войны Крымская. И главным событием этой войны стала оборона Севастополя. Английская «Таймс» писала: «Ни один вопрос войны и политики не может быть решен, пока существует русский Черноморский флот и Севастополь». 1 сентября 1854 года мимо Севастополя на север прошла вражеская англо-франко-турецкая эскадра, 389 кораблей и транспортов. Под Евпаторией в 100 километрах севернее Севастополя причалили, и в 5 дней на берег сходило 62 тысячи войск. Главнокомандующий русской армии князь Меньшиков ничем не помешал высадке вражеского десанта в Крыму. Высадились и двинулись к Севастополю. На реке Альме врагов встретила русская армия. И состоялась 8 сентября 1854 первое из четырех сухопутных сражений за Севастополь – Альминское. В витрине шинель русского солдата, на голове кожаная пика, каска с пикой тяжелая достаточно. Меньшиков план сражения не подготовил, утратил контроль над ходом сражения, и русские вынуждены были отступить. Англичане, французы, турки так были измотаны, что не смогли преследовать русских. Меньшиков отвел армию к Бахчисараю, чтобы иметь связь с тылом, как он объяснял. На самом деле он был уверен, что Севастополь обречен, ничто его не спасет. И в Петербург Меньшиков доложил: сражение проиграно, потому что солдаты дрались плохо. Единственный в России памятник рядовому, а именно солдату Владимирского полка, стоит на поле Альминского сражения. В этой витрине мундир крепостного артиллериста, вот в таких здесь воевали, служили бомбардиры, артиллеристы, как их называли. Как был укреплен Севастополь с моря, сейчас увидим на могиле. Итак, мы с вами находимся вот здесь. Северная бухта, 8 километров запада на восток, вот она, делит город на северную часть, где мы, и южную. От северной бухты отходит южная бухта, 2 километра с севера на юг. Она делит южную часть Севастополя на центральную часть и корабельную сторону. В начале сентября 1854 к Севастополю подошел англо-франко-турецкий флот. Вот они. 89 кораблей. Русский Черноморский флот 45 кораблей. Причем русский флот парусный, а у англичан и французов уже были пароходы. Вице-адмирал Корнилов Владимир Алексеевич, начальник штаба Черноморского флота, созвал военный совет и предложил: выйдем из гавани в открытое море, дадим врагу неравный бой. В случае удачи рассеем противника, в случае неудачи пойдем на абордаж и взорвемся вместе с вражескими кораблями. Но Меньшиков приказал сделать по-другому. Преградить вражескому флоту вход в гавань. Для этого между Константиновской и Александровской батареями затопить русские устаревшие парусные корабли. Корнилов отказался. На следующий день Меньшиков повторил приказ. Корнилов опять отказался. Меньшиков пригрозил: Владимир Алексеевич, вам надлежит отправиться в Николаев, а корабли будут затоплены без вас. Корнилов остался.
в Севастополе и 11 сентября 1854 докладывал Меньшикову, что в ночь накануне были затоплены 7 устаревших русских парусных кораблей. Убрали паруса, срубили мачты, прорубили днище, и корабли медленно погрузились в воду. Лев Толстой в севастопольских рассказах пишет, что все плакали. Не было моряка, у которого на глазах не выступили бы слезы. Топили собственные дома. Но враг не мог прорваться в бухты и обстрелять Севастополь изнутри. За 349 дней первой обороны, как Апухтин написал, и 11 месяцев длилась резня. И 11 месяцев целых чудотворная крепость, Россию храня, хоронила сынов ее смелых. На самом деле 11,5 месяцев длилась первая оборона. 6 вражеских многодневных бомбардировок, самое длинное 10 дней продолжалось, превратили город в руины. И первая бомбардировка началась 5 октября 1854 года. Стреляла корабельная вражеская артиллерия, стреляли осадные орудия французские, английские, турецкие. И первый удар на себя, главный удар, приняли батареи первой линии. Вот это Константиновская и Александровская. 3 дня длилась первая бомбардировка. Русским артиллеристам удалось повредить несколько вражеских кораблей. Они загорелись, вышли из боя. Потери на Константиновской батарее в первую бомбардировку. 5 погибло и около 50 ранено. Причем в основном потери были получены при обстреле тыловой, горжевой части батареи. Там. Что было на батареях второй линии? Госпитали. Раненых было много. Самый большой госпиталь был на месте, вернее, извините, в самой большой батарее Николаевской. Ее сейчас нет. Она находилась на месте Приморского бульвара. Как, впрочем, нет и всех остальных батарей северной стороны. Нет Александровской, нет Николаевской, нет Павловской. Куда делись? То есть на северной сохранились 2, на южной нет. Наши начали взрывать, наши защитники Севастополя, когда отходили от Севастополя с южной стороны на северную. А закончили процесс уничтожения этих батарей французы и особенно англичане, когда уже они уходили из Севастополя. Англичане вообще взорвали все. Они взорвали пристани, они, в общем, все, что могли. Причем собрали металл, его тут было очень много, понятно, там пушки, осколки, бомба, ядра. И англосаксы, это факт достоверный, снимали мраморные надгробия с русских могил, тоже отсюда увозили. И вот в Николаевской батарее был самый, ну, нет, пожалуй, не самый большой, самый большой был вот здесь, во Владимирском благородном собрании офицерском. Госпиталь. А батарея Николаевская 0,5 км длиной, 3 яруса, 105 орудий. Распоряжался в этом госпитале Пирогов Николай Иванович. Госпиталь был и в Михайловской батарее, она сохранилась, на самом деле она полукруглая. Госпиталь был в Павловской батарее на Павловском мысу. Самые тяжелые потери в первый день бомбардирования 5 октября была гибель на Малаховом кургане Корнилова. Владимир Алексеевич получил смертельное ранение вражеским ядром в ногу. И последние слова Корнилова. «Передайте всем, как радостно умирать, зная, что ты до конца выполнил свой долг. Отстаивайте же Севастополь». А именно под руководством Корнилова, пока вражеская армия обходила Севастополь, не решились они напасть с севера, обошли его, чтобы напасть с юга. И вот за это время успели достроить бастионы. Но после гибели Корнилова душой обороны стал Павел Степанович Нахимов. Как жили и служили и воевали командоры, артиллеристы береговые, узнаем следующее. Однопудовый единорог. Однопудовый. Вес ядра 16 килограммов. Тут. Единорог. Выплавлялись на заводах Шуваловых. А на гербе Шуваловых единорог. Более 100 лет такие орудия стояли на вооружении российской армии. Заряжалось орудие с дольной части. Сначала засыпали порох, черный, дымный, 3-4 килограмма.
треть от веса ядра. Или закладывали порох в картузах, в мешках из натурального шелка. Затем забивали пыш, вкладывали ядро. И запальником через отверстие, оно вот там сверху нам не видно, в казенной части поджигали порох, он, сгорая, выталкивал ядро. Дальность стрельбы до 3 километров. Ширина бухты в этом месте где-то километр с небольшим. После выстрела орудие раскалялось. Орудийная прислуга, 6-7 человек обслуживала такое орудие. Обливали ствол водой, смешанной с уксусом, бочки стояли рядом. Банником, вот вам не видно, посмотрите, еж такой большой, прочищали ствол, опять заряжали, возвращали в исходное положение. Как часто стреляло орудие? До 10 выстрелов в час. Где артиллеристы береговые воевали, служили, там же они и жили. У вас за спиной жилой каземат. Нары были двухъярусные. И в каждом каземате стояла печка-голанка. Это макет натуральной величины. Печка-термос. Внутри слой кирпича. Топили раз в трое суток. Хватало. Нагревалась печь, держала тепло. Нагревались стены. Дымоход шел через второй этаж наверх. Хватало для протопки 3 пудов дров. То есть около 50 килограмм. Чем закончилась первая оборона? Кроме 6 многодневных бомбардировок, англичане, французы, турки и присоединившиеся к ним чуть позже сардинцы, итальянское королевство Сардиния, предприняли 2 общих штурма бастионов. Бастионов было 8. Они полукругом от берега вот этой северной бухты до берега моря защищали Севастополь. Население Севастополя на момент начала Крымской войны 48 тысяч. Между бастионами стена, куртина, между ней пушки, на ней пушки, батареи. Первый штурм враги предприняли 6 июня 1855 года. Защитники его отразили. Этому событию посвящена наша знаменитая панорама. А в конце того же лета, ну понятно, панорама, да? Панорама обороны Севастополя. А в конце того же лета, 27 августа 1855-го, второй общий штурм бастионов. Выстояли все, кроме одного. Пал Малахов-Курган, главный бастион корабельной стороны. Французы его захватили. И по приказу князя Горчакова, который сменил на посту командующего Меньшикова, русская армия в ту же ночь покинула южную сторону и перешла сюда, на северную. Плавучий понтонный мост был наведен заранее. Но не для того, чтобы армия отходила, а чтобы снабжение с северной стороны на южную. И на этом активные боевые действия закончились. 3 дня враги не входили в горящие кровавые руины южной части Севастополя. Опасались мин. Ну а затем положение стабилизировалось. Враги на южной стороне, русские здесь, хорошо укрепленные северной. А в марте 1856-го в Париже подписали мирный договор 18 марта. По нему Россию и Турцию лишали права иметь на Черном море военный флот. Море объявлялось нейтральным. Нет флота, зачем главная база? 15 лет Севастополь лежал в руинах. Вот здесь на фотографиях Севастополь после первой обороны. 15 лет он не восстанавливался. Да не подходите, не бойтесь. Через 12 лет после окончания первой обороны в Севастополе побывал Марк Твен. И он о Севастополе написал. Помпея сохранилась куда лучше. После 15 лет Россия разрывает в одностороннем порядке эти кабальные статьи унизительного Парижского договора и начинает восстанавливать свой военный флот и Севастополь. В начале 20 века Севастополь сравнивали с молодым, прекрасно воспитанным, блестяще образованным флотским офицером. Белокаменный красавец у моря. И тогда же, а именно в 1910-м, здесь на Константиновской разместились авиаторы. Вот макет, конечно, в уменьшенную величину, аэростат змейкового типа. Такие
Кстати, были на вооружении 8-й воздухоплавательной роты, которая здесь размещалась. Командовал ей Мискунов в витрине командира авиатора. Для чего нужны были аэростаты? С них очень удобно было наблюдать за акваторией. Видно было далеко, где вражеский флот, где минирует. А сами аэростаты снизу были и плохо видны, и в принципе недосягаемы. И вот эти три фотографии, Севастополь 1901-1904, как раз сделаны из гондолы аэростата. Будем рассматривать? Да? Посмотрим. Итак, центральная часть города, артиллерийская бухта, отсюда катера идут к Михайловской батарее, южная бухта, которая делит корабельная сторона и центр города. На центральном городском холме однокупольный храм, Владимирский собор, у нас их два, второй в Херсонесе, этот усыпальница русских адмиралов, Лазарев, Корнилов, Нахимов, Истомин, еще 9 адмиралов похоронены в нижнем храме Владимирского собора. Это опять-таки южная бухта, корабельная сторона, Лазаревские казармы, построенные в 30-е годы 19 века при Михаиле Петровиче Лазареве. Почему сохранились? Севастополь в отечественную был уничтожен на 98-99%, то есть стер с лица земли. Сохранились казармы, только одно здание вдоль дороги, оно маленько пострадало. Манштейн приказал их не бомбить, чтобы было где селить своих вояк. И нет еще памятника затопленным кораблям. Он появится в 1905, когда Россия очень широко будет отмечать 50-летие обороны Севастополя. Херсонес, опять-таки Владимирский собор. Строили его в 19 веке, строили очень долго, войны мешали, над средневековой базиликой, в которой, как тогда думали, крестился киевский князь Владимир Красное Солнышко. Но сейчас считают, что крестился он вот здесь рядом, в Варварской базилике. Севастополь во все времена, и в царские, и в советские, в случае войны, готовился воевать на море. Сухопутные укрепления под Севастополем не возводились в мирное время. Оба раза и в Крымскую, и в Отечественную враг подошел с суши. Нет, после первой обороны началась вторая. Отечественная война пришла в Севастополь на 47 минут раньше, чем гитлеровские войска пересекли границу Советского Союза. В ночь на 22 июня, как поэт сказал, тот самый длинный день году с его безоблачной погодой принес нам общую беду на всех, на все 4 года. И вот в ночь, в 3:13 ночи, на 22 июня, в небе над Севастополем появились немецкие самолеты. И на парашютах что-то стали спускать над город. Наши решили, высаживается десант. Нет. Немцы на парашютах спускали на бухты, в первую очередь, совершенно новые, неизвестные виды оружия. Донные, неконтактные, акустические мины. Немцы планировали заминировать фарватер, запереть в бухтах Черноморский флот, флот, а с тем спокойно его уничтожить. Но сработали зенитки. Одна из зенитных батарей, 76-я, находилась здесь, на Константиновской. И немецким летчикам не удалось в полной мере выполнить свою задачу, хотя потом они еще продолжали минировать бухты Севастополя этими минами. Гитлер выделил для взятия Крыма и Севастополя свою отборную, прославленную 11-ю немецкую армию. Она была знаменита тем, что Франция овладела за 6 недель, Парижем за один день. Командовал ею любимец Гитлера, один из лучших генералов вермахта Эрих фон Манштейн. Манштейн подвел свою армию к Севастополю 30 октября 1941-го. Оттуда шли с севера. И в этот же день Манштейн издал приказ. Севастополь крепость слабая, можно взять коротким ударом с марша. Можно взять одним ударом с марша, сходу. И как и в Крымскую войну, на момент подхода врага армии в городе не было. Тогда Меншиков отвел от Севастополя армию. А здесь приморская армия, опоздавшая после эвакуации из Одессы на кораблях Черноморского флота в середине октября 1941-го, опоздали приморцы к боям за Перекопское и Шуйские укрепления на севере Крыма, Манштейн уже прорвал их, и приморцы только пробивались боями к Севастополю.
А первый натиск фашистов выдержали курсанты военно-морского училища береговой обороны, было такое до войны в Севастополе. В общем, местными силами обошлись. Моряки сошли на сушу, воевали. Ополченцы были. Не взял Манштейн Севастополь сходу. Кстати, Манштейн потом всегда, в том числе в своих мемуарах «Утерянные победы», написанных после советского плена, называет Севастополь самой мощной крепостью мира. Манштейн подготовил и предпринял три общих штурма Севастополя. Первый в ноябре 41-го был защитниками отражен. К этому времени Приморская армия уже была в Севастополе. Затем, после поражения под Москвой, Гитлер приказал Манштейну за 4 дня взять Севастополь. И обещал ему за это жезл фельдмаршала. 17 декабря начался второй штурм. Фашисты были абсолютно уверены, что новый 42-й год они встретят во взятом Севастополе. Они подарки друг другу заготовили. Сосенок наших нарубили. Нет, не взял Манштейн Севастополь и в декабре. Помогла, конечно, защитникам Севастополя Керченская феодосийская десантная операция. В конце декабря ее начали, и Манштейн был вынужден часть сил туда отбросить. А вот к июню 42-го, когда Манштейну удалось сбросить Крымский фронт с Керченского полуострова, и в начале июня 42-го всю мощь, в том числе советскую трофейную военную технику, захваченную на Крымском фронте, Манштейн обрушивает на единственную территорию полуострова, не занятую фашистами, Севастополь. Третий и, как оказалось, последний штурм Севастополя фашистами. К 20 июня 42-го фашистам удалось выйти на берег Северной бухты. То есть северная сторона оказалась в руках врага. И здесь осталось три укрепрайона, один из которых Михайловская батарея, Константиновская батарея и инженерная пристань. Здесь воевали тогда охровцы, охр – это охрана рейда, и сюда отошли немногочисленные части 95-й молдавской дивизии, всего от 70 до 80 человек, точно неизвестно. Им поставили задачу сутки продержаться, чтобы прикрывать отход туда к 35-й батарее, к мысу Херсонес для эвакуации. Но не верили приморцы, что в этот раз флот не эвакуирует армию, как в Одессе. Но абсолютное господство немецкой авиации в воздухе не позволило приходить сюда кораблям из Новороссийска, из Туапсе, и армия здесь осталась. Ребята на Константиновской батарее вместо суток продержались 4 суток. Погибли все. Хоронили их в братской могиле, вот вы видели обелиск в центре. Это изначально, на момент постройки батареи, там была цистерна для воды. Вода была привозная. Но к концу июня 42-го она опустела и стала братской могилой. Последним защитником Константиновской батареи Малого Севастополя, как называли ее в те дни, последние дни июня, был, считают, политрук Иван Кулинич. Есть сведения, что он взорвал себя вместе с врагами в районе ворот. Вот ворот сейчас нет, но мы входим в эту арку. Это подлинник, это фрагмент хвостовой части немецкого бомбардировщика «Хенкель». Несколько лет назад подняли его из моря в районе Казачьей бухты, очистили, свастика здесь, свастика с той стороны. Оккупация Севастополя длилась долгих 22 месяца. Это, конечно же, немецкая фотография, немецкий расчет. Ведет огонь по левому флангу Константиновской батареи. Правый фланг батареи был разрушен немецкой авиацией. Это тоже немецкая фотография. Мы здесь, северная бухта, южная бухта. А это наша. Это, скорее всего, 10 мая 44-го. Явно постановочная фотография на следующий день после освобождения. Приезжали сюда высокопоставленные гости к немцам, к фашистам, к румынам. Вот на фотографии Михай I, румынский король, на Константиновской батарее. Вот, вот этот наш. Немецкое орудие, Константиновская батарея.
Довоенное население Севастополя 112 тысяч. В мае 44-го освободители встречали менее 2 тысяч севастопольцев, там 1900. 46 тысяч фашисты угнали в Германию, 27 тысяч жителей и военнопленных, а только в самом Севастополе было 22 концлагеря для защитников. Хотя, конечно, гнали через Симферополь, Днепропетровск, в Германии во многих лагерях были защитники Севастополя. И вот 27 тысяч так уничтожили, загоняли на баржу в море, поджигали, топили. Когда в апреле 44-го войска 4-го Украинского фронта подходили к Крыму, фашисты заявляли: мы простояли под Севастополем 8 с лишним месяцев, вторая оборона длилась 240 дней. Русские простоят здесь 8 с лишним лет и вообще столько, сколько нам понадобится. Севастополь на замке. Сапунгору не возьмет ни одна армия мира. Сапунгора прикрывает Севастополь с юго-запада. За почти 2 года оккупации немцы превратили ее южный обрывистый склон в единый дот. 18 апреля наши освободили Балаклаву. Тут же попытались взять Сапунгору, не получилось. Стали готовиться. И 5 мая 44-го войска 2-й гвардейской армии генерала Захарова начали наносить удары по северной стороне. Когда фашисты поверили, что именно северное направление главного удара, стали сюда перебрасывать силы, 7 мая после полуторачасовой артподготовки начался штурм Сапунгоры. И за 9 часов она была взята. Этому событию посвящена диорама «Штурм Сапунгоры». Но 9 мая 44-го был освобожден Севастополь. А уже в ноябре 44-го на братской могиле защитников открыли обелиск. Мы и сейчас его видим. Здесь только появилась дуга, символ батареи. Ну и в каком состоянии батареи, вы видите на этой фотографии. Но продолжала служить. После войны здесь, на Константиновской, разместили 102-й отряд по борьбе с диверсионными силами и средствами. Вот его эмблема. Константиновская батарея. Такие отряды появились после войны на всех флотах Советского Союза для противодействия диверсионным силам противника. Появился первый отряд в 41-м под блокадным Ленинградом для противодействия 10-й итальянской флотилии МАС, которые собирались захватить город Ленина, как тогда говорили, с воды. Наши не дали этого сделать. Здесь, на Константиновской, ребята 102-го отряда впервые в Советском Союзе выходили на боевые дежурства с обученными дельфинами. Специально в Казачьей бухте построили дельфинарий, чтобы обучать дельфинов. Вот мол, который прикрывает вход с открытого моря в Северную бухту, появился в начале 70-х годов прошлого века. А до этого там опускали, была такая противолодочная сеть. Художник изобразил, как вражеский диверсант уже проделал отверстие в этой сети и, так сказать, направляется на задание. Но вполне возможно гибель линкора «Новороссийск» в октябре 1955 в Севастополе, бывший Джулио Чезаро, итальянский, полученный Союзом по репарации, вполне возможно дело итальянских диверсантов. Во всяком случае, их командир, черный князь Валерио Боргезе, после гибели Новороссийска получил орден Белого Орла. Я вас не утомила? Нет? Долго батарея лежала в том же состоянии, в котором она осталась после Отечественной. Только в начале 70-х годов прошлого века привели в порядок морской фасад Константиновской батареи, убрали повреждения, разрушения, побелили. И в больницах выставили вот такие макеты. Это можете потрогать. Это не металл, это бывший кранец. Кранцы, которые предохраняют борт корабля, подходящего к пирсу. Ну, видите, такие у нас, да? Ну, а внутри оставалась разруха. И только когда Крым вернулся домой в 2014 году, началась
реконструкция Константиновской батареи. 2014 год, 2015. То же самое, 2014 и через полтора года. Есть чем сравнить, да? В августе 2015-го на Константиновской побывали гости. Я думаю, я их называть не буду. Сейчас Константиновская батарея – это объект Русского географического общества, РГО. И остальные залы посвящены ему. Учредители Русского географического общества. Оно появилось в России в 1845-м. Целью было заявлено объединить лучшие молодые силы России для всестороннего изучения Родины. Первым президентом РГО стал 18-летний сын Николая I Константин Николаевич. Считался в то время одним из образованнейших людей Европы. 47 лет Константин Николаевич был президентом РГО и 47 лет вице-президентом был его наставник, учитель Федор Линкин. Ну а в остальных залах портреты, ну не всех, конечно, но некоторых ярких представителей общества. В витрине копии телума, статуи религиозного содержания, и маски, которые привозил с собой Миклухо Маклай. На стене копии его рисунков. Никогда Николай Николаевич в Севастополе не был, но именно по его инициативе в Севастополе в 1871 появилась третья в мире после Берлина и Парижа, первая в России станция биологии морей. Стали изучать обитателей моря. Давным-давно она стала ИНБЮМом, Институт биологии южных морей. Находится на Приморском бульваре, там уже с момента основания. И также до сих пор там работает аквариум. Первый в России, созданный по инициативе Миклухо Маклая. Особая страница в истории РГО, конечно, изучение Арктики. Первая русская арктическая экспедиция началась в 1900 году, длилась почти 3 года, возглавлял ее барон Эдуард Тот. Искали землю Санникова, изучали побережье Ледовитого океана. Помощником Толя был молодой лейтенант императорского флота Александр Колчак. В какой-то момент Толь с группой людей на лыжах ушли от основных сил экспедиции и пропали. Поисковую экспедицию возглавил Колчак. 7 месяцев искали группу Толя. Нашли все стоянки, нашли дневники барона Толя, а людей так и не нашли. Затем, после русско-японской войны, Колчак совершает вторую арктическую экспедицию. Вот на фотографии слева наверху Колчак в полярник. Ну а затем третью экспедицию. А в 1916-м Александр Васильевич Колчак становится командующим Черноморским флотом. Узнаете? Да. Да. Кто у нас Петр Алексеевич Кропоткин? Не только отец русской анархии. Серьезнейший ученый. Предсказал открытие Земли Франца Иосифа. Ввел в науку понятие «вечная мерзлота». Был соавтором сейсмометра с инженером Зотовым. Но изучал Сибирь и Среднюю Азию. Составил карту, вот копию ее части, в 1875 году. Копия карты Сибири. Очень, да-да, подходите, смотрите, сибиряки, да? Более 30 лет карта Кропоткина была самой подробной, самой точной картой Сибири. Ну, еще два зала у нас впереди. Почетный член Русского географического общества, норвежец Турхиен Дал, в 1947-м совершил на плоту Кон-Тики переход через Тихий океан. Его целью было доказать, что в далекой древности люди могли перемещаться с материка на материк. А затем дошла очередь до Атлантического океана. Построили из папируса судно Ра-1. Отправились в плавание, но Ра-1 стал намокать, раскололся, экспедицию свернули. Ра-2 справился со своей задачей за 1,5 месяца, 9 человек, в том числе Ердал и его друг, военный врач, путешественник, телеведущий Юрий Александрович Сенкевич, пересекли Атлантический океан. Ну,
Ну и, наконец, современность. В средние века называли Таврика, Таврия, Таврида. Остальные залы предназначены для самостоятельного осмотра. Там копии фотографий рисунков Миклуха Маклая. Слева появилась экспозиция, посвященная метеоритам. Я благодарю вас за внимание. Вопросы? Нет. Спасибо. И вам спасибо. Спасибо большое. Все, ребятки. Экскурсия наша подошла к концу. Честно сказать, мне понравилось. Для тех людей, кто первый раз будет посещать город Севастополь, я настоятельно рекомендую посетить музей Константиновскую батарею и узнать всю историю этого города. Честно скажу, я ее не знал. Но теперь могу гордо говорить о том, что я ее знаю. Пускай не до конца, пускай чего-то я не запомнил, но где-то оно все равно осталось. Так что, друзья, кому понравился такой видеоролик, не забудьте поставить палец вверх, подписаться на мой канал. Ну и жмите на колокольчик. Всем добра-бобра.